Школьники Выборгского района приняли участие в литературном конкурсе «Добрая сказка». «Добрая сказка» – необычный конкурс. В этом году полсотни школьников Выборгского района могли впервые посостязаться не в пересказе любимых произведений, а продемонстрировать литературный талант. Участники могли выбрать одну из семи номинаций. К примеру, рассказ в стихах, старая сказка на новый лад или история-загадка. Самой же популярной номинацией оказалась авторская сказка. Даша Золотарева придумала удивительную историю про грамматику. Герои ее произведения сталкиваются с препятствиями, борются со злом и обучаются русскому языку. Как говорят организаторы, каждая конкурсная работа уникальна, а само состязание дает возможность ребятам почувствовать себя настоящими сказочниками.